Итальянские сыры ульяновского производства пользуются популярностью не только в родном городе, но и в соседних регионах. В крестьянско-фермерском хозяйстве Эллы Глебовой решили пойти дальше и расширить линейку своей продукции. Для этого в Ульяновск был приглашен известный в тесных кругах Фабрицио Далла Бернардо. Фабрицио – итальянский технолог. Он занимается производством сыра уже больше 35 лет. За это время успел поработать в молочной и сыродельной промышленности крупных холдингов Европы. Поэтому ему, как никому другому, известна вся специфика переработки молока. Я хотела еще в начале года начать отработку неварителя горгонзола. Искала варианты, как это реализовать. И компания «Advance», с которой я сотрудничаю, предложила мне провести отработку продукта у нас на предприятии. Я с удовольствием согласилась. Я сделала заявку еще летом, потому что Фабрицио очень плотный график. По словам Фабрицио, его все чаще приглашают в Россию. После введения санкций технология производства итальянских сыров востребована как никогда. Вместе с нашими технологами он отрабатывает рецептуры мировых сырных бестселлеров. И quindi con le mie colleghe, con il caseificio, stiamo mettendo a punto i parametri. Мы сейчас с моими коллегами совместно di lavorazione del latte trasformazione a formaggi. E verranno sicuramente dei formaggi molto buoni. Ульяновским сыроварам итальянский мастер поможет освоить приготовление горгонзолы, пожалуй, самого известного итальянского сыра с голубой плесенью. Также в планах ульяновцев начать изготовление полутвердого сыра монтазио и отработать варку сыра из овечьего молока. А пока над созданием итальянского сыра в Ульяновске трудится всего 3 работника, включая саму главу КФХ. Производство рассчитано на 150 килограммов в сутки. Продукция реализуется в торговых сетях Ульяновска, Самары, Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.